بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. С именем Аллаха я напоминаю о намерении себе и вам, потому что если не будет искренности, не будет никакого вознаграждения. И эти уроки из книги Qasas al-Anbiya мы уже на протяжении определенного времени даем. И последняя тема – это о пророке Иисусе. И сегодня мы будем говорить о нем. Пророк Иисус, алейхиссалям, по-арабски Иса, это избранный раб и посланник Аллаха. Когда он родился, на земле произошли очень удивительные события. Столько всего происходило, как подтверждение об этом величайшем событии, именно рождении самого пророка Иисуса. Пророк Иисус, когда Аллах Всевышний дал ему прийти на этот свет, когда родила его Святая Мария, лучшая из женщин, то идолы во всем мире попадали. И прочувствовали и в страхе восприняли это событие шайтаны. А у них была паника. Да еще такая, что даже Иблис весь в переживаниях и в панике собрал шайтанов. И они решили, что им нужно убить пророка Иисуса, то есть этого младенца. Они понимали. Потому что у этих джиннов, у них есть информация, ну, иногда больше, чем у людей, у некоторых. Они знали, что должен родиться Иисус, потому что о нем говорили, и об этом предполагалось, на устах людей было. И то, что Марьям была беременна, тоже у них была информация. Но вот когда она родила, они ощутили вот эту силу и мощь пророка Иисуса, что даже только он родился, уже падают идолы на земле. Но я хотел вам сказать о том, что шайтанам, для шайтанов, для чертей, это событие было непростым. Потому что это против них появление пророка, призыв пророка к истине, к поклонению Богу. Это то, чего боятся шайтаны. И мы должны из этого извлечь мудрость. Чем больше мы будем призывать людей к вере в Бога, чем больше мы будем объяснять о том, кто наш Создатель, то это даст больше сил людям противостоять знаниями этим чертям. Черти – это не мусульмане, джинны. И они ненавидят людей. И самое страшное для них – это когда люди просвещаются. Ну и продолжим по книге теперь. Пророк Иисус – с течением времени, когда он уже вырос и получил откровение, конечно же, он призывал людей к соблюдению законов Аллаха. Но в детстве, когда он родился, он, как обычно и все дети, после рождения, пребывал некоторое время вот в этом младенческом возрасте. И был очень уязвим, в смысле теоретически. Но Аллах Всевышний оберег его. Ангелы защищали пророка Иисуса. Смотрите внимательно. В тело пророка ни в младенческом возрасте, ни когда он повзрослеет, ни в каком возрасте, в тело пророка ни один джинн не может войти и даже и вселиться, или побывать в теле, и потом оставить это тело, или искушать его в сердце. Такого не может быть. Но джинны могли физически побить или убить. Поэтому Аллах Всевышний дал пророку
Иисусу еще дополнительную поддержку ангелов. Эти ангелы защищали этого ребенка и не давали приближаться к нему к чертям. И так у чертей ничего не получилось. Они не смогли убить пророка Иисуса, несмотря на то, что он маленький мальчик, младенец. И Аллах дал эту защиту пророку Иисусу. Когда Иисусу исполнилось 8 дней, то святая Мария отвела своего сына к в то время существовавшим компетентным людям, которые занимались обрезанием. И эта традиция мусульманская со времен пророка Ибрахима до нашего времени дошла. И Иисус был мальчиком, поэтому ему сделали это доброе дело. Подготовили его так. Пророк Иса так назван был самой матерью своей, Иса. Так его Марьям назвала, потому что ангел, который пришел когда-то, еще до рождения пророка Иисуса, еще до беременности, пришел и сказал, что Аллах наделит тебя сыном, который будет Масих Иса ибн Марьям. То есть ангел сообщил ей, этой святой Марии, о том, что ребенок ее, его имя Иса. Так и назвала святая Мария пророка Иса. Удивительные вещи происходили с рождением пророка Иса. И эта информация, конечно же, распространилась. И об этом знали и враги пророка Иисуса. В то время правителем Рима, ну по-арабски Рум, правителем Рима был Иродус. Это Ирод, по-русски говорят. В разных религиозных конфессиях об истории тоже иногда что-то правильное говорят. И его называли Ирод, в общем. Он был тираном. Но Аллах Всевышний и от него защитил пророка Иисуса. В Коране говорится: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Иисус рос, и уже, когда он уже становился взрослее, то опасности, конечно же, сразу не избежали святая Мария и сын. Она решила покинуть Палестину для безопасности. И они были переселены в Египет, там, где было много плодородных земель, и, в общем, им было бы легче. Ну и самое главное, они были бы подальше от этих, стремящихся нанести вред или вообще убить пророка Иисуса, врагов его. Аллах Всевышний дал нам знать в этом аяте, что он сделал Марию и сына Марии, Иса, Иисуса, как знамение и как доказательство, как подтверждение для всех остальных, кто может думать, доказательство о всемогуществе Бога. Доказательство того, что Бог всемогущ. Создать, что хочет, и сохранить, кого хочет, от чего хочет. На территории Египта они прожили около 12 лет. Марьям и Иса прожили около 12 лет. Но с возраста где-то 7 лет уже Иисус проявлял себя как очень сильный человек, как личность. И он даже учил свою мать. Он был настолько умен и настолько силен, он еще пророчество еще не получил в то время. Но прожив 12 лет в Египте, они вернулись в Палестину. И это было после смерти того Ирода, о котором говорили, что был правителем Рима в то время Ирод. И он несчастный человек, угнетал мусульман, убивал пророков и хотел уничтожить пророка Иисуса. Но Аллах Всевышний оберег пророка Иисуса, и через 12 лет после жизни в Египте они вернулись к себе на родину, в Палестину. Уже понятно, что в то время Рим, он контролировал многие территории и Палестину.
Иисус смог вернуться, и как это произошло? У святой Марии был двоюродный брат, как мы рассказывали на предыдущих уроках, его звали Юсуф, он был ремесленником. И он был двоюродный брат, мать пророка Иисуса, Марьям. У нее была тетя, ну, сестра матери уже святой Марии, тетя. Ее сын был Юсуф. И вот этот Юсуф вернулся в Египет, чтобы забрать святую Марию и Иисуса и вернуть их в Палестину. И помог им вернуться. Когда они возвращались, то выбрали место, которое называется Насира. У современников, которые исповедуют, наших современников, которые исповедуют не ислам, а другую религию, христианство, например, это называют Назарет. Но на самом деле это Насира, место в Палестине, где, куда возвратился пророк Иисус. И поэтому это, этих людей тогда называли Насара. То есть мусульмане, последователи Иисуса, в то время ассоциировались с этим названием. И потому что оттуда это все начиналось. Но те, которые отошли от этих убеждений и в наше время живут, называемые Насара, это совсем другое уже учение, отличающееся от учений мусульман того времени. Что имеется в виду? Вот когда вы слышите Насара, это значение сейчас христиане. Ну а тогда мусульмане, последователи Иисуса, когда он вернулся с Египта в Иерусалим, в Палестину, точнее, в Палестину, то он остановился вместо Насара, и оттуда появилось это Насара, название тех, кто последовал за пророком Иисусом. И дальше, годам 30, когда уже Иисус возмужал, это зрелый возраст, и когда расцветает мужчина, ну, начало его, то в это время он получил откровение. Откровение о том, что он должен призвать людей к поклонению Богу, к одному единственному и неделимому, а единому Создателю. То есть поклонению Богу, а не телам, и не частям тел, и не частицам. Потому что Бог, ему не присуще состоять из частиц. Что сделал пророк Иисус? Он призвал людей к исламу. Он сказал, قال عيسى عليه السلام أيها الناس عبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وآمنوا بأني رسول الله إليكم. Его заявление было обоснованным, но которому нужно было подчиниться. Он призвал людей, он сказал: «О люди, поклоняйтесь Аллаху, то есть одному единственному Создателю, и не предавайте ему соучастника». То есть не поклоняйтесь идолам, поклоняйтесь только Богу. Иисус справедливый, мудрый, милосердный, и все положительные качества у него были проявлены наилучшим образом. Он не говорил: «Люди, уважайте мнение других». Он сказал: «Люди, поклоняйтесь Богу». Он не сказал: «Я пришел просто так поздороваться с вами, я уважаю ваши убеждения, а вы уважаете мои». Он сказал: «Люди, поклоняйтесь Богу и не поклоняйтесь идолам». Но это есть основа призыва пророков. Это есть самое главное, призыв к поклонению Богу. Но и часть людей, конечно же, по воле Аллаха последовали за пророком. И первые, кто был из последователей пророка Иисуса, это 12 его сподвижников. Другие не мусульмане, а другие люди, которые себя относят к какой-то к разным религиям, часто говорят на русском языке 12 апостолов, разные направления есть, кто так говорит. Но мы, мусульмане, понимаем, что вообще хотят они сказать о тех 12 первых, кто стал рядом с пророком Иисусом. Это его ученики были. 12 асхабов, 12 сподвижников его. Пророк Иисус научил их религии и повелел им, приказал им, чтобы с этой истиной они в разных странах распространяли это. В общем, они должны были уже направиться в какие-то другие страны, на другие территории, чтобы распространить ислам. Так оно и было. А сам Иисус, известно было, и мы знаем об этом, что он очень много перемещался. Он не то, что просто путешествовал,
Но цель его, как сказать, что он в разных местах бывал, очень часто переезжал, посещал разных людей, к разным людям подходил, к разным племенам на разных территориях. Все время в движении он был, все время он был в пути. Это что означает? Он трудился и призывал людей к исламу. Вот такой урок, это уже начало о чудесах, которыми он был наделен, мы еще расскажем. Пророк Иисус, алейхиссалам, хочу сказать в заключении, он был тем, кто был избран Богом. И он был тем, кому Аллах дал вознестись на небеса, он еще не умер, мы его ждем, иншаллах, доживем до этого времени. И тот, кто последует за пророком Иисусом, когда он вернется на землю, большинство из них, много из них людей будет из святых, то есть будут благочестивыми. Прошу Аллаха, чтобы он нам дал, во-первых, сил, времени и терпения. Потому что силы нам нужны, чтобы что-то делать. Если Аллах не даст, как сказано в одном хадисе, «Ла хавля ва ла кувата илля биллах». Если Аллах не даст сил, то не будет у тебя возможности что-то сделать. Нет сохранности и нет сил, кроме как от Аллаха. А терпение – это сила воли. Если у тебя есть силы для того, чтобы что-то совершить, Бог тебе дал, а ты потом ленишься и ничего не делаешь, то это отсутствие собор, отсутствие мужества и силы воли. И это очень большая беда. Поэтому мы и просим у Аллаха, чтобы он нам дал и сил, и терпения, и силы воли, и мужества, чтобы мы были причиной того, что другие познают, потом признают и спасаются от ада. Да сохранит нас всех Аллах Всевышний на истинном пути. Ла илляха илля Аллах, Мухаммаду Расулуллах. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху.